Eu vreau să-l invit în scenă, sub aplauzele dumneavoastră acum, pe sponsorul general al concertului nostru de astăzi, pe președintele partidului nostru, Renato Usatăi. Bună seara, Drochea! Doamna primar, vă знаете, когда я говорю про Дрокию, это я вспоминаю сахарный завод, студенческие годы. Я всегда, как всегда, я до сих пор не понимаю, каким образом в Дрокии функционирует больше 100 ресторанов, которые не закрылись с 95 года. Вы чемпионы страны по общепиту и по гостеприимству, это надо признать. И это уже больше 20 лет. Я всегда старался помогать, я выполнял команды вашего примара. Нина говорила, нужна плитка, я искал плитку. Была нужна детская площадка. Ввиду того, что у нас скоро компания, мы по закону не имеем права там 2 месяца ничего делать. Но мы обсуждали, я ее спросил, Нина, сейчас спасим пентруами. Нина финфиме, господин испуник, требую он комплекс мари, дежок пентрукупи, пестрада, тестимитяну, лынга, поликлиника. Шадоля пи страда, страда Курекевой, Валя Курекевой. Поэтому я обязательно там установлю 2 этих детских игровых комплекса, потому что я и сегодня видел к Андроке, ну мой сент вами господарь, даш сентец буйла факут купи. Вот сентец форти мой купи, штив корфи мой муз. Дяста пентру купи, доу тирену рдежок, йос или инсталес, шиз вафи купи санатош. Вамулцумес Дроке, ваюбеск. Всегда буду рядом с вами, и сейчас у нас точно уже никто не сможет разлучить. Все, кто могли разлучить, уже свалили. Я вас люблю. С днем рождения, Дрокия! Ламулзан, Дрокия! Я предлагаю Касавады Туата Цара. Уамни господарь Дендроке. Можно, мы просто, я гулял среди вас, мы сделали там сотни фотографий, если не тысяч. Можно одну общую фотографию на всю страну? Ашек звада тат цара кладроки, если окей. Поднимите руки, ребят, дроки.